Участились случаи карманных краж. Об этом сообщают в республиканском МВД. В основном кражи происходят в общественном транспорте и торговых точках. Злоумышленники залезают в карманы и сумки с такой ловкостью, что не успеешь и глаза моргнуть. Полицейские призывают не привлекать внимание преступников, демонстрируя дорогой сотовый телефон или кошелек с деньгами. При обнаружении пропажи первым делом стоит найти свидетелей преступления, затем обратиться в полицию. Также стоит помнить и о ложном доносе, предупреждают в Министерстве внутренних дел Тувы. Ежедневно ведомства поступают заявления от жителей республики о краже мобильных телефонов или денег. Однако на деле оказывается совсем другая картина. Люди зачастую из-за своей невнимательности забывают или же оставляют свои вещи и пишут заявление о краже. В случае обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершенной краже необходимо быть четко уверенным в том, что вещь действительно похищена, а не потерялась. Необходимо знать о том, что за заведомо ложную информацию или донос предусмотрена уголовная ответственность.